Я представляю ассоциацию латвийских турагентов и туроператоров, которые, в принципе, впервые в такой большой делегации и как ассоциация посещает Белоруссию. Побывать мы успели в Минске, в Минской области кое-что посмотреть, в Витебскую область со вчерашнего дня уже ознакомливаемся. В общем-то, хотелось бы, чтобы это все мы могли делать так спокойненько, с наслаждением, но, увы, получается быстро. Но это только к тому, что мы богаты впечатлениями, очень теплыми. И сейчас уже думаем о том, как это произвести в следующий раз, чтобы это все было так равномерно, тихо, без суеты. Было очень много, большой поток людей, которые ездили приватно, лично к родственникам, к друзьям, но как раз профессионалы не занимались этим на большом и высоком уровне. Мы привезли сегодня сюда более чем 16 представителей разных туроператоров, которые являются одними из крупнейших и работающими как раз этим направлением, которые еще не работали в Витебской области. Я думаю, что это даст нам возможность повысить нашу работу на новом уровне. Страна очень интересная, соседняя страна. И сейчас, надо сказать, в Латвии возрождается интерес к ближним соседям, к Белоруссии в том числе. Наш город преобразился до неузнаваемости. И если он так интересен сейчас нашим ближайшим соседям, россиянам, там, украинцам, то я более чем уверена, что он представляет интерес и для наших соседей западных, для жителей Латвии. И вот именно цель визита сегодняшней делегации большой туроператора в Латвии – это для наших жителей открыть какие-то неизведанные возможности в Латвии и нам показать свою республику непосредственно. Вот сегодня они смотрят город, у них экскурсия по городу, и даже то, что они уже чуть-чуть увидели, их поразило, впечатлило. Многие были здесь несколько лет назад, и даже уже вот чуть-чуть приоткрыв завесу города, они выглядели совершенно другой город. Ну, а надеюсь, после экскурсии по городу, после посещения Полоцкой наших святыней, я более чем уверена, что латвийские туроператоры будут более активно направлять сюда туристов, потому что представление у них о нашей республике изменится, и более чем уверена, что намного в лучшую сторону. После этого знакомства необходимо вести переговоры, искать возможности. Так что сегодня еще договора, я не знаю, будут ли подписаны или нет, но я думаю, что будут положены очень хорошие основы.